Тыквенный пирог – популярное блюдо американской кухни. Делюсь веганским вариантом приготовления, без яиц и молочных продуктов. Пирог получается пряным, умеренно сладким, с узнаваемым тыквенным вкусом. Ниже я расскажу подробнее, как приготовить тыквенный веганский пирог. Вместо приправы для тыквенного пирога можно взять молотые пряности по вкусу. Кокосовое молоко выбирайте высокой жирности. Тыквенное пюре – 400 грамм. Крахмал тапиоки – 25 грамм. Кокосовое молоко – 180 мл. Сахар – 50-65 грамм. Приправа для тыквенного пирога – 1,5-3 чайных ложки, молотая корица, гвоздика, душистый перец, кардамон, апельсиновая цедра. Мука пшеничная – 150 грамм. Маргарин – 100 грамм. Соль – 1 щепотка. Вода – 35-50 мл. Количество порций – 6. Подготовьте все ингредиенты. Для теста смешайте муку с солью. Добавьте маргарин, разотрите его в крошку. Постепенно влейте воду и замесите однородное тесто. Раскатайте тесто по диаметру формы для выпечки, накалите вилкой. Выпекайте основу для пирога 12 минут при температуре 180 градусов. Для начинки соедините тыквенное пюре с крахмалом, кокосовым маслом, пряностями и сахаром. Взбейте миксером до однородной консистенции. Немного остудите основу для пирога, затем выложите начинку. Выпекайте пирог 30-40 минут до золотисто-коричневой корочки при температуре 180 градусов. Тыквенный веганский пирог готов, приятного аппетита! Подавать его можно с кокосовыми сливками.